Вот эта книжка, слава богу, она приехала, ее можно будет приобрести. Я хотела сказать, что очень благодарна своей судьбе за то, что она меня столкнула с Гиннесом. Я переводчик этой книги Марии Чапайтите. Столкнула она меня нечаянно, я уже об этом рассказывала, но в этом виноват, в этой книге виноват Евгений Пермяков, который хотел мне помочь материально, если вкратце, и сказал мне придумать перевод хорошей литовской книги, которую он когда-нибудь выпустит. Вот мы, ориентируясь на Женю Пермякова и думая, что он семиотик, я придумала, что это будет Гримас, которого до этого я читала 18 лет, и мне показалось, что это книга о домовых, о Коукасах и Айтворсах. Прошло 25 лет, я совершенно забыла, я помню, вот у меня осталось тогда такое невероятное чувство, что вот это и есть Литва. Понимаете, я московская литовка, я тут родилась и тут живу. И поэтому вот Гримас, когда его читаешь, как я читала этот научный текст, будем думать еще долго, но когда его читаешь, вот остаток, это, по-видимому, его вот эта любовь из-за границы, к стране, к которой он не может вернуться. Вот это осталось. А то, что это научный текст, это я почему-то забыла. И поэтому, когда мы уже подали заявку вместе с Женей Пермяковым издать Гримас в издательстве «Балтрус», после этого я добыла эту книгу в Вильнюсе и с ужасом увидела, что это очень научный текст. Но пришлось переводить, раз обещала. Вот я перевожу с 2005 года, наконец это закончилось. Она вышла. Вышла она благодаря замечательной Марии Завьяловой, потому что я с первых просто вот, вот когда я второй раз ее взяла в руки, я сказала только с научным редактором. Поэтому это совместное творчество двух Марий. Я перевела одну книгу, вместе с Марией мы сделали другую книгу, а Кястути Снастопка написал замечательное предисловие, которое написано специально для этой книги. Вот, вот такая вот получилась книга, я очень рада, что она вышла. И передаю слово моему научному редактору. Я правильно расставила в тени Марии, потому что я на самом деле всегда была в ее тени. Она все-таки главный человек, главный переводчик. Я старалась просто как-то немножко изменить стиль и действительно придать ей научность. Но все-таки главную работу сделала Мария. И хочу сказать, что сбылась моя мечта, наконец-то появился этот текст на русском языке, и я могу больше не отвечать на вопросы, просьбы моих коллег, когда вот нужно что-то перевести, а вот что там написано по-литовски, вот, вот есть что там в этом тексте, теперь можно будет прочитать это все по-русски, наконец. Действительно считаю, что это очень большое событие, и хочу сказать, что мне было невероятно приятно заниматься этой работой, и надеюсь, что она не последняя, может быть, Мария еще что-то... переведет, и я с удовольствием это все исправлю.